Несколько минут назад народный артист России Дмитрий Анатольевич Певцов сообщил о трагической гибели своего товарища, актера российских сериалов. Несчастный случай произошел еще 11 июня, но широкой общественности стал известен лишь сегодня. Трагедия произошла в Ленинградской области на берегу Лимболовского озера. По данным полиции, артист, друг Дмитрия Певцова, рано утром рыбачил на берегу водоема. После рыбалки актер пошел купаться и на берег больше не возвратился. Сегодня утром тело артиста нашли водолазы. Стало известно, что утонувший мужчина – это известный артист, который сыграл несколько ролей в популярных сериалах, таких как «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности» и «Спецназ». В результате несчастного случая трагически ушел из жизни российский артист марокканского происхождения Эль-Уалиди Жамаля. На момент гибели актеру было 47 лет. За его плечами несколько сериальных работ и театральных постановок. Наибольшую известность актер получил в 90-е годы прошлого столетия. На своей родине в Марокко Эль-Жамаля считался национальным героем и одним из самых популярных артистов. В России он дружил и часто снимался в кино с такими мэтрами, как Дмитрий Певцов и Алексей Серебряков.